У одного из масштабных московских строительных проектов «Город на реке Тушино-2018» сменился генподрядчик по строительству. Начинала проект компания «Ренессанс Констракшн». С ней был подписан договор о реализации первой очереди строительства. Это два жилых квартала, подземный паркинг и прилегающая территория. В конкурсе на проведение работ по второй очереди выиграл «Бойс Констракшн». Компания предложила более выгодные условия по ряду критериев. Сейчас в портфеле застройщика 24 проекта. Это почти 2 миллиона. На квадратных метров недвижимости. В штате более 7500 сотрудников. Компания уже начала строительство 3-го и 4-го квартала в проекте «Город на реке Тушино-2018». Дома планируют сдать в 4-м квартале 2019 года.